семена пурпурного вьюнка и помеи кикио заки высевают в грунт на постоянное место в мае или в рассадные горшочки в марте-апреле. Всходы появляются через 8-14 дней. Сеянцы пересаживают обязательно с комом земли, выдерживая расстояние между растениями 30-50 см. Культура неприхотлива, но лучше всего растет на солнечных, защищенных от ветра местах, в легкой, питательной, известкованной почве. Крепкие стебли и помеи кикио заки достигают высоту до 3 метров и быстро драпируют стены, оградки, беседки плотной занавеской. Цветы малиновые и фиолетовые с белой каемкой, белоснежные, радуют глаз до самых заморозков. И помея пурпурная вьюнок кикио заки — это лианы высотой 230-250 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Окраска цветка — смесь окрасок. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.